Самолет царит всеобщий хаос, и коммерческие рейсы из аэропорта отменены. Некоторые аналитики... Детское наступление начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским перебежчиком в военном комплексе США в Хюэ. Нет. Мы точно знаем. Он сдался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные о Драговиче. Полные. Но это вас не спасло. А ну заткнись. АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Перебежчик точно погиб. Он не погиб. Безнадежное дело, но ты вернулся. Зачем? Он остался без охраны. Я не верил, что он погиб. Я отправился за досье. Хюэ! Именно там заварилась вся каша, Мейсон. Перебежчик. Вижу военный комплекс США. Учтите, Вуз, там будет жарко. Тут перебежчик с важными данными о советских операциях во Вьетнаме. Мы потеряли связь с его группой прикрытия. Возможно, они засели где-то в военном комплексе. Мы найдем его, если он жив. Группа X-Ray, ответьте. Будешь им отбиваться. Куда идем, Мейсон? Лима 9, вижу X-Ray. У северного крыла вьетконговцы. Поджари бомба. Лима 9 на подлете. Он труп. X-Ray, не высовывайтесь. X-Ray, пусти! Вперед, давай! Разойдись! Боуман, северо-восток! Уже иду! Хочу быть мертв! X-Ray, мы пробиваем крышу! Диспетчерский этажом ниже. Думаешь, перебежчик еще жив? Если жив, то он крепкий орешек. Боуман, переводи. Они собираются казнить гражданских. Ложись! Понял, Лима 9. Мы идем. Убежище впереди. Молотов! Убежище там, внизу. Сразу в странину. Убежище взято! Готов. И где ваш человек? Он мог вернуться в командный пункт! Он мог уцелеть! Пошли, за мной! Эй, Тарзуна!
убежище напротив командного пункта. Понял, Лима 9. Шевелитесь, если хотите уйти оттуда живыми. Пошли. Он должен быть где-то здесь. Мейсон, дверь в дальнем конце коридора. Боуман, за мной. Я тебя, друг. Я с предупреждением. Вашим вождям нужно остерегаться. Драгович собирается атаковать Запад. Бостон, мы его нашли! Драгович, я знал, что мы встретимся. Его власть растет, как опухоль. Даже Кремль не в курсе его истинных замыслов. Его надо остановить, Мейсон. Драгович, Штайнер, Кравченко должны умереть. Это ваши люди? Вот, Боуман. Я Резнов. Виктор. Почему так долго, Мейсон? Надеюсь, информация того стоит. Лима 9, где этот чертов вертолет? Экстрей в западной части военного комплекса. Ожесточенная перестрелка. Подберем вас в точке Дельта. 2 километра к северу от реки. Сорвемся, только будьте там. Это не ваша война. Мы не желаем вам зла. Нам будет нужна поддержка с воздуха. Ну, удачи тебе. Техас, это Сьерра Оскар Кот, X-Ray. Санкционирую операцию Дельта. Приоритет максимальный. Переходите под мое командование. Код идентификации. Код Сьерра. Прием. Внимание, X-Ray, начинаем обстрел. Цель поражена. Я пустой, перезаряжай. Пошли! Порядок, здание зачищено. Так и Мейсон! Перезаряжают! Прикрыть! Начинаем обстрел.
противники уничтожены, здание зачищено. Принято. Подтверждаю. Подтверждаю смерть.
Экс-рей, подойти не можем. Техас отходит. Уничтожьте зенитную установку, чтобы мы могли вернуться в прием. Вас понял, Техас. Ага. Вот она. ССУ на третьем этаже в конце улицы. Нужен обходной путь. Улица под обстрелом. 55! Сильней! Прочь с улицы! Черт! Займемся зениткой. Боуман, защищай людей. Принято. Я не мог поверить, что Резнов Хьюэ, что он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мейсон. Резнов вернулся. Никак, руки-ноги целы? Порядок. Мейсон! Ты где, брат? Пока дышу. Увидимся в точке сбора. Минус один. Погоди пока. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки, ждите. Поддержка с воздуха невозможна. Подбираем раненых. Будем ждать. Перезаряжайтесь. Защищайте площадку. Мейсон, установи заряды по периметру. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки, ждите. Экс-рей 1-0! Нас поливают огнем! Где ваш чертов вертолет?
Исконговцы почти взяли город! Сбивают вертолеты один за одним! Не вы одни хотите выбраться! Должны доставить особо ценный груз! Дайте вертолет! Что-нибудь придумаем! Оставайтесь на месте! У нас есть досье, который дал перебежчик на базе. Мы знаем все. Мы знаем всех людей Драгича. Кравченко, Кларка, Штайнера. Мы знаем их. Создателей проекта Нова. Нова 6. Резнов говорил Нова 6. Драгович. Что ты знаешь о докторе Кларке? Мы знаем, что Кларк был инженером-химиком, который создавал Нову 6. Чокнутый, самовлюбленный ученый. Куратор Джейсон Хансон отправился в Каулун допросить Кларка. Ты это помнишь? Зачем спрашивать? Вы уже знаете все! Нет, Мейсон! Мы не знаем, что означают цифры! Мы не знаем, откуда ведется вещание! Так спросите Хансона. Каулун — его задание. Он допросил Кларка.